шоу известного блогера Джавида пришел рэпер Ган Вест. Но насколько не ожидал он или ожидал, судить вам, постановы это или нет, но Ган Вест получил нормального такого чапалаха. Приятного просмотра. Я в людях, которые просто тупо жизнью обижены. Почему исходит хейт? От того, что у них жизнь хуевая. Возможно, они даже хотели быть бы на твоем месте, понимаешь? Конечно, 100%, это же зависть, да? 100%. Скорее всего. Ты красавчик. Твое мнение реально для меня, блядь, многое значит. Я надеюсь, что моя аудитория слушателей будет именно вот такие ребята. Достойные ребята, реально. Я голосую за Елисея. Просто здесь был пидорас ебаный, который сидел, знаешь, который, знаешь, обижен на жизнь, чертила ебаная. Что бы ему сказал? Я бы сказал, что он черт. Вот единственный ему совет просто нести что-то в песнях нормальное, то есть хотя бы вот какой-то посыл делать, либо делать фристайлы, либо уличную какую-то музыку. Вот они татуировки набили на лице, они там косят под Текаши, я понимаю, что это такое. Но из них ни разу ни в каких криминальных баталиях никто не участвовал вообще. В чем криминал? Где он сидел? За что он базарит? Какой он рэпер? Никакой. Давай, у нас, я думаю, есть уникальная возможность. Я надеюсь, что Ган Вест будет смотреть наше шоу. Давай в эту камеру ему передадим, можешь сказать все, что о нем думаешь. Руслан, если ты будешь смотреть наше шоу, тебе Дмитрий, наш подписчик, хочет что-то сказать. Не, мне кажется, есть идея лучше. Он мне может это прямо в лицо сказать. Ты черт. Стой. Мразь, ты че, охуел что ли, сука? Не, стой, подожди, не надо. Ты че, мразь? Стой, блядь. Хорош. Ты что, пидорас, сука? Да надо, я тебя выебу, я тебя, сука, пристрелю, скотина, да сука. Надо, надо. Я тебя гнида убью, сука. Тварь, сука, ебаная. На улице тебя убью, тварь, сука. На улице, сука. Сука, убью тебя, тварь. Че, сука? Блять, это пиздец. В общем, ребят, у нас первый раз такое на шоу, реально. Парень пришел уже изначально какой-то такой немного агрессивно настроенный, начал высказывать свое мнение. Когда вышел Ган Вест, я не думал, что произойдет такое, мне реально очень неудобно перед Русланом также. Но я не думал, что начнется прям какая-то, блядь, заварушка и драка. Обычно это все заканчивается просто словесной какой-то перепалкой, но случилось.